приглашаем вас на ярмарку. Скорей, не найдете нынче места веселей. Здесь хозяин урожай, приходи и приезжай. Здесь сегодня шутки, юмор бичевой, лучший гость труда колхозного герой. Песни, музыка, звучите, всем сегодня расскажите о колхозниках, о работе нашей дружной и большой. В этот субботний день наш любимый город сиял не только от прощальных красок осени, не от улыбок нарядных покупателей, добрых, зазывных улыбок продавцов, разноцветных, ярко украшенных торговых точек. В рамках празднования Дня Республики на Центральной площади прошла традиционная осенняя ярмарка «Дары осени». Конечно, ярмарки бывают у нас нередко, но такой широкой по масштабности в городе еще не было. Как покупатели, так же и осеннее солнце особо не торопилось, а площадь уже начала принимать участников ярмарки с раннего утра. Машина за машиной заполняли торговые ряды, и чего только здесь не было. Различные овощи и фрукты, кондитерские изделия, множество видов хлебобулочных изделий. По дешевой цене капуста, морковь, свекла, мясо, мука различных сортов, гречка, манка, горох, овсянка, комбикорма. В широком ассортименте продукции Янаульского маслосыркомбината, мясокомбината, совхоззавода, лесничества. Янаульская база ПТУИКО представлял три точки, где продавались бытовая техника, пакли, ведра, посуда, лампочки. Фуфайки валенькие продавали девушки из быткомбината. А запасные части – ремонт технического предприятия. Что вы продаете? Сегодня 25. Ну как продажи идет? Нормально, хорошо. Без алдак, сорок лор алдак, кубитеп. Мына комбикорм алдак. Колган иштеп ака. Нишек сом мына бүгүнкү ярминка сиздин үчүн? Билебат. Хоклар нишек сиздин? Хоклар да нормальный. Нормальный. Аларга булайын да. Була, була. С раннего утра разъезжались в центр города автомашины с сельскохозяйственной продукцией. Здесь и зерно, овощи, поросята, куры, овечки, торф, солома, дрова и многое-многое другое. 10 школ района приняли участие в ярмарке. Были и гости. Я из Нефтекамска. Из Нефтекамска приехали, да? Да? Вы откуда узнали, что у нас ярмарка? Из газеты. Знали, приехали. Да, из газеты. Ну как берут у вас? Но мы только что подъехали, пока еще не известно. В этот день недовольных людей не было, и очень хотелось бы. Такое праздничное настроение, добрые взаимоотношения между покупателями и продавцами сохранилось надолго.